Все, сидишь, собирайся! Тетя Зина санаторий посоветовала. Ой, я тебя сейчас отвезу туда, немножко отдохнешь. О, заходи, смотри, какой санаторий с хорошим ремонтом. Да, мам, ты что, ты за меня тут не оставишь? Нет, конечно. Здравствуйте, ой, какой красивый, прям как я. А какие тут у вас вообще процедуры есть? У нас очень лечебные ванны с куриного навоза, с гусиного, с коровьего. Слушай, сынок, тебе вообще повезло, я бы сама так отдохнула. Иди, мам, я не хочу тут быть. Надо, Федя, надо. А спать где он будет? Вот, мы уже даже ему постелили. Это очень дорогой и хороший матрас, даже выравнивает позвоночник. Ну все, сынок, хорошо тебе отдохнуть, пока-пока. Мам, да куда ты? Иди, малышка, мне не бойся. Алло, Зиночка, спасибо тебе большое за совет. Санаторий просто лакшери. Сынку моему очень понравилось. Правда, он разговаривать перестал, но это такое.